Рассада манжетки мягкой славится своими необычными листиками. Именно они задают тон декоративным свойствам для оформления ландшафта определенного стиля. Лист веерообразный сужается к основанию, а по краю обрамляется нежной волнообразной полоской. Куст создает пушистый островок ярко-зеленого цвета. При всей своей выдающейся декоративности растение еще и выпускает высокие цветоносы, до 70 см, которые в виде зеленовато-желтых метельчатых соцветий гордо возвышаются. Особо красиво манжетка мягкая смотрится после летнего дождя и утром с росой. Она имеет свойство удерживать капельки на своих листочках, которые переливаются на солнышке. Манжетка мягкая – это многолетнее растение высотой 40-50 см. Цветок лучше всего подходит для альпинариев. Манжетка прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Расцветает манжетка мягкая в месяц июль, июнь, август. Цветок окрашен в зеленовато-желтый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме округлый. Весенняя окраска листочков сине-зеленая. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.